Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами Блудлинос. Сегодня мы поиграем в игру The Shooter. Слепое прохождение будет. В игру я практически не играл, так что давайте начнем. Итак, что мы видим, так это заставку. Почему-то они тут очень длинные. Даже не знаю почему. Хотя вроде как инди-игра. Не должны такие загрузки быть долгие, тем более игра демо. Так, мы приехали в больницу Пенни Хилл, самая опасная больница в штате. Играем мы журналистом Коннором, расследуем дело этой больницы. Так, следующий аэропорт. Что у нас есть? У нас есть ночное видение, которое почему-то отключается само по себе. Игра очень темная, так что практически все прохождение надо будет с ним проходить, я думаю. Хоть я играл чуть-чуть, но я видел местность. Все темное, как в одном месте у негра. У нас есть также замедление времени. Открываем дверь. Так. Также замедление времени и шкала страха, которая, я не знаю точно, вот это вот под низом полоска, она или нет. Так, находим какие-то палочки, которые, я думаю, потом мы зажжем. Что-то уже слышно. Кто это был? Дверь закрыта, мы не сможем ее открыть. Вентиляционная шахта, наверное, нам туда. Кстати, нашего героя мучают ночные кошмары, и они у него не проходят. С каждым разом становится все больше и страшнее. Так, вот мы открываем вентиляционную решетку, залазим внутрь. Фух, надеюсь, тут никого не будет страшного. Кстати, у нас такой еще тоже прикол есть в игре. Фишку такую сделали разработчики. Вот камера, видите, у нас вниз ползает. Интересное, конечно, решение. Чтоб не идти постоянно прямо, как в других инди-играх. Вот таким вот. Вот такой вот фишкой отличается игра. Ну, конечно, не только это, еще и атмосферой. Атмосфера тут не такая, конечно. Тут. Я думаю, игрушка будет пострашнее. Что это? Цифра 4. Ух ты, какой длинный туннель. Это неспроста так сделали. А если отключить ночное видение? А, ну, в принципе, видно. Ну, лучше, наверное, с ним будем. Оно у нас вроде как бесконечное. Потому что я не вижу, чтобы где-то оно отключалось. Так, никого нет. Чем-то напоминает вот этот зеленый цвет на фильм «Карантин», может кто-то видел. Там, где где главную героиню утаскивают под таким светом за ноги куда-то в темноту. Надеюсь, меня тут не затянут. Опять этот звук какой-то. Ёппер. Что это такое? Что это за... Да хватит издеваться. Страшно же все-таки.
Блин, они хотя бы табличку бы вешали. Что типа сейчас будет шипение, ревение. Не пойму, зачем в игре вставлять такие длинные походы по вентиляционным шахтам. Можно нажать Shift, он будет чуть быстрее идти. Давай, 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 родимый, быстрее. Блин, да сколько ж можно с неожиданности так пугать? Кто это? Что это такое? The Hell Set. Что это было? Я помню его из моих снов. What the hell? Что за черт? Я так думаю, что нам сюда и нужно идти. Где-то я до этого места доходил, и все. Что тут у нас? Лестница. По ней залезть мы не можем. О, блин. Это нам только что показали, что можно включить на F ночное видение. Да вы что, издеваетесь? Да тут такая игра страшная, темная, что... Да хватит же, мать вашу. Что тут даже просто ничего не видно. Я не знаю, как вы будете это смотреть, потому что тут даже мне ничего не видно. Темно. Я не знаю, где. О, блин. Что это было? Ящики. Блин, да хоть бы фонарик какой-то сделали. Фонарика же нету. Что тут у нас? Двери. Кто это стучит? Не, лучше я сюда. Нет, сюда нельзя. Блин. Придется идти сюда. Сейчас какая морда. Давайте сохранимся, наверное, или... Тут есть, кстати, сохранение. Все-таки сохранимся. Нет, тут никого. Надеюсь. Кто это двери закрыл? Вы слышите эти звуки? Кто это стучит? Ключ. Ключ наверняка от той двери. Но бери же ты ключ. Ну, Enter, взять ключ. Ну, есть. Как-то управление намудрили с вот этой... С вот этим вот... Что это? Вниз, вверх, круговые движения. Что, нельзя было убрать с камеры смотрение. Манекен. Надеюсь, ничего не будет тут. Как-то мне уже очково становится. Блин, только не стучите, только хоть бы не стучали. Итак, спонсор нашего летсплея — подгузники Haggis. Хотя там можете себе выбрать какие-то и другие. Ну, только вспомнил о них. Знаете, на месте этого мужика я бы не лазил бы по какой-то заброшенной больнице с сумасшедшими, а пошел бы нахрен отсюда, убежал бы просто-напросто. Просто-напросто лучше бы уйти отсюда, и все. Какой в здравом уме человек
Что это, ключи? Ключи. А чего они не выбираются? Ничего не понимаю. И что это за знаки перед лицом? Не понимаю. Они же должны вроде как браться. Тот же ключ взялся. Ладно. Пойдем дальше. О, блядь! Съебуем отсюда! Злотня. Первый наш монстр. Он идет за нами. Беги быстрее, беги. Беги, Лола, беги. Что ты так медленно идешь? Вообще, еле-еле. Ай, он прям за нами открывает дверь. Ай, сейчас догонит, сейчас догонит, сейчас догонит. А-а-а! Давай. Ну же, давай, давай. Ай, он за нами идет, что делать? Хватит, иди за мной. Что это он меня прыснул? Закрывайся, закрывайся, двери, 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 закрывайтесь, закрывайтесь, мать вашу. А-а-а, бля. Закрывайся, ж, ну ты закрываешься или... Есть. Фу. Закрыто. Ё-моё, нельзя ж так пугать. У меня уже очко играет. Оркестром. Пойдем, может, те ключи попробуем взять еще раз. Так, пройдемся, пробежимся. Почему они не берутся? Ну ладно, давайте дальше пройдем. Что, тут ничего нету? Мы что, зря сюда шли? Чё? Вот это вот... Ну, разработчики, ну... Сукины сыны. Опа! Old key. Нужно было Enter всего лишь нажать, и он... Как люди, которые не играли в эту игру, не знают, как в такие игры играть, тем более демо-версия, в демо-версиях недоработано еще много чего. Знаете, там как типа альфа, бета. Может, нам, когда доработают, дадут пистолет или еще какую-нибудь хрень, ломик там, монтировку. Еще одна... Еще один! Что, он не будет выходить? Только не трогай меня, пожалуйста. Ты козлы, собаки ж. Вот он. Тю. А что делать? Что нам делать, если он там стоит, как нам пройти? Те звуки. Как только открываешь дверь. Давайте попробуем пробежать. Что так? Неужели я проиграл? А, заставка. Ой, загрузка. Нормально. Не значит, все хорошо. Все отлично. Так, держать. Ноги уже трусятся. Валидол в стакане. Да, конечно, минус. Это загрузки. Наши. Три дня ранее. Ага. Это значит, мы туда еще не добрались. И где-то сейчас, наверное, может, в доме своем будем или где. I better just go to bed, sleep. Это мы в своем кабинете, я так думаю. Наверное, в редакции. Бухаем. Мы уже появились, тю. Use VCDE to move.
Нажмите, чтобы двигаться. Да, смешно. Так, итак, что дальше? Так, вот у нас вино есть. Hello from Dream. Drink, то есть. Ага. Материалы по делу больницы. Что тут у нас? Комнатки. Это он что, свой блогер, что ли? Снимает. Блоги, блоги. Шкалоблоги. Вот и какая картина, да? Я бы такую в туалете у себя повесил бы. Так, что ли? Да ем, будь здоров. Чихает он. Так, ключи от машины. Быстро так выключают, что не успеваешь даже прочитать. Так, что это у нас? Колоночки. Drum and Bass послушать. Давайте телек, может, посмотрим. Спанч Боба. Не, не хочет телек. Или Утиные истории. Кто там такое смотрит у нас? Есть такие зрители. Так, дверь закрыта, мы не можем открыть. Что тут? Может, хавчика приготовить? Ага. Все у нас шкафы позапаяны. Без огня. Плита. Хоть пивка дернуть. Не, не дают нам пивка дернуть. Плохо, что разработчики не могли такую фишку тоже вставить. Ставили ночное видение, замедление времени. Сундучок. Что это было? Скрип дивана. Опа, еще бутылка вина. Ни хрена себе, он тут бухает. И там бутылка. Так, это у нас спальня. Ляжем подрыхнуть. Ух ты, лег. Не думал, что ляжет. И опять загрузка. Сколько ж тут загрузок? 10. 10 загрузок на один момент игры. Вообще игра, да, шикарная. Страшная, можно сказать. Не знаю, как вам, а мне даже больше Амнезии нравится. Амнезия какая-то однообразная, в принципе. И темнота. Что это такое? My sleep. А, блин, даже не разобрать. Мое сердце что-то. Вообще, зачем было писать и дергать надпись? Оба-на. Мы проснулись и во сне страшно. Блин, ну что, стоя спал, что ли? Головой подпирая потолок, чтобы не упасть. Вообще. Жесть, конечно. Давай, слезай, что ты... А, во. С этого крамчи. Ну, понятно. Сесть на С. Я это уже знаю. Эта дверь у нас не открывается. Что, в шкафу никого не будет? The damn sound wake my make up. Wait a minute. Этот чертов звук разбудил меня. Подождите минуту, я во сне. I'm a dream. Ну, он понимает, что он во сне. Туалет засраны. Что-то мелькнуло вроде бы, или мне показалось. О! Капец. А чё он стоит? Чё ты стоишь? Меня сейчас развернется, как напугает. Ага. А как же его использовать? Никак. А он стоит и ничего не делает. Кстати, а что я удивляюсь? Это же демо-версия игры. Скорее всего, это уже и концовка игры. Просто в некоторых демо выключается, а в некоторых просто некуда идти дальше. Спасать, что ли?
Так что, да, жалко, конечно, жалко. Я бы еще... Опа. Но ключ? А не, это не концовка игры. Это еще далеко не концовка, я думаю. Скорее всего, ключ от этого замка. Знаете, что раздражает меня больше всего? Так это то, что программа, по которой я записывал, ни хрена не записала и отключилась сама, можно сказать. И теперь мне приходится записывать с Фрапса. Извиняюсь, конечно, будут небольшие лаги. Как же темно. Я сам еле вижу что-то. Манекены повсюду, я так понимаю. Да что ты будешь делать? Загородили мне проход весь. Shift to run. Еле видно, но видно. Q ended to pick. Это если на Q нажать, можно влево, на E вправо. Я так думаю, нам нужно к телевизору подойти. Бля! Вот это поворот! Вот это и ансамбль! Где, черт возьми, я теперь? Дверь открыл. Чем? Или что? Вот такой вот испуг первый раз. Я так понимаю, нам нужно к телевизору подойти. Что такое? Почему я не могу подойти к телевизору? А, нам игру только представляют. Что же тут делать нам нужно? Может обойти вот так сверху? Меняется только расположение вещей. Больше ничего не меняется. Что-то написано. Wake up. Проснись. Не знаю, видно вам. Какой-то хрен лежит на полу. Сейчас мы проснемся, я думаю. Пол игры прошли, там нам только представляют игру. To be continued. Продолжение следует. Все? Итак, все. На этом наш летсплей закончился. Я, конечно, ожидал большего от игры. Думал, она будет подлиннее. Ну ничего страшного, это только демо-версия игры. Так что будем ждать продолжения. Я уверен, что игра будет очень крутой и страшной. По крайней мере, сейчас она напугала меня хорошо. Итак, если вам нравятся ролики, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну и всем пока.